Мара, скажи, что с Терек Лоу, баскетбольный клуб Днепр. Терек, сейчас comments from you. You know, I think, you know, Donetsk is a strong team, and they got very strong individual players who have certain skills, and they play well together. But tonight, I thought that we played well for 40 minutes. And I told the guys in the locker room, you know, usually in a regular game, we'd be very happy with that. But not today, because the game went longer than 40 minutes, and it's not enough. So even though, you know, we played them well, and, you know, we had the game where we wanted it to be, you know, we gotta focus down even more. Oh, are you translating? I'm putting it down, don't worry. Sorry. You know, when we slipped for that last part of the regulation game, and Curry made the three-pointer to go into overtime, and that really hurt us, because in overtime they executed a lot better than we did, and they earned the victory. But you know, yeah, that's all I can say. It's very disappointing. You know, we played hard, and we felt we definitely had a chance to win, and just small simple mistakes costs us the game. Сегодня была действительно трудная игра, был сильный соперник. Мы играли хорошо сегодня, мы играли хорошо на протяжении 40 минут. И сейчас даже после окончания матча я сказал ребятам в раздевалке, что мы действительно хорошо сегодня играли 40 минут, но этого не хватило, потому что глупые ошибки в самом конце, когда на последних секундах вы совершили эти ошибки, и Рамел Карри смог сравнять матч и сравнять счет и вывести, перевести игру в овертайм. Стоили нам игру в овертайме, уже Донецк играл более качественно и смог вырвать победу. Они действительно заслужили игру в овертайме. Сказал ребятам, что мы играли 40 минут, но сегодня этого не хватило. Не хватило вот этих вот концов. И у нас был шанс выиграть сегодняшний матч, но мы его потеряли. Я из-за этого очень тоскую. Вопросы, если Берег, если есть, пожалуйста. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вы за последние два матча сыграли 80 минут, через два дня уже игра с Азумашем. Как физически кондиции успеете? So in those two games you played almost 40 minutes in each game, and you have an Azumash game like in a day. How do you feel yourself physically? Are you ready for this game, for Azumash? Yes, you know, I'm ready for every game. It's definitely, you know, tough because of all of the minutes and, you know, all the banging and beating on your body. So physically, it's tired, but, you know, I'm still young, so I can recover pretty quickly, you know. So I'll take advantage of that. I don't think I could be saying that for too long, but as of right now, I feel okay. And as long as I'm on the court, you know, I'm gonna, you know, take care of the ball as best I can. I'm gonna try and do whatever I can to win. And yeah, so. Конечно, да, сложно играть в таком ритме, но я готов. Я еще молод, мое тело позволяет мне восстанавливаться довольно быстро. И пока мне мое тело позволяет играть, находиться на площадке, я буду выкладываться по полной и помогать своей команде выигрывать матч. Пожалуйста, ваш комментарий. Много не хочу говорить. И я согласен с Дериком, но, знаете, хорошо играть недостаточно. Чтобы выиграть у Донецка, надо играть очень хорошо. И надо, чтобы играли 5 игроков. 5 игроков думали, 5 игроков защищались. И чтобы замены были равноправные. И нам сегодня не хватило опыта, ума, который мог бы все довести до завершения. Даже последняя минута, которая была дана игрокам, сказалось, что любой может бросить сделать, кроме одного игрока, и его оставили свободно. Это просто нехватка концентрации в таких сложных моментах, и поэтому нам еще надо очень много-много работать, чтобы
игроки, которые у нас есть в команде, начали думать и достали experience, не знаю, как опыт. Опыт, да. Вопросы, пожалуйста. Сегодня блестяще сыграли у Корниенко, а остальные игроков не получили. Вы довольны тем, какая комплектация команды сейчас? Ну, когда проигрываешь, знаете, всегда я недоволен. Нам не хватает нескольких игроков. Это было ясно с самого начала. И не знаю, как было бы сначала, если мы имели первого номера, но мы, знаете, очень много надеялись на украинских игроков, которые сделали большую работу летом, много работали, много готовились. Но та ответственность, которая выпала на их плечи, она слишком тяжелая пока, и они с ней не могут бороться. Как продвигаются поиски первого номера? Уже есть какие-то кандидатуры у вас? Продвигается. Будет, ну конечно. Будем иметь хорошего игрока, и я думаю, что он нам поможет. Контракт еще не подписан, но уже... И идет очень тесный, ну, на днях должны мы с ним подписать. Тогда нам получится, что у нас периметр чуть-чуть станет другим, уже не сможет столько страховать от других игроков, и Лоу сможет и себя проявить как первый, как второй. Сейчас ему тяжело провести мяч, играть еще, забивать. И, конечно, две игры такие проведенные, как он сегодня играл, показывают, что сегодня ему на процент не хватает чуть-чуть. Хоть он говорит, что не устает. Он устает, но у нас просто его нету, у нас ломается игра. И без него мы не можем мяч вывести, и без него мы не можем в нападение что-то организовать. Хорошо, что сегодня еще некоторые игроки сделали свои проходы, сделали какие-то очки. И Корненко, конечно, он пока не устал, то же самое, он отыграл большую игру. И, конечно, от двух иностранцев, от Кикерта и Василиуса, я думаю, что мы должны были сегодня получить больше. Намного больше. А кроме первого номера, скажите, будет еще усиление? Не думаю. Окей, спасибо большое. Пару слов об игре. Ну, такая напряженная игра сегодня получилась. Слава Богу, что выиграли. Вторую игру мы выиграем в овертайме. Но для нас это положительная тенденция. Потихоньку выбираемся из той ямы, в которой мы оказались. Мы в психологическом плане, для нас это очень важная победа. Вопросы к Андрею, если есть. Андрей, что с трехочковыми сегодня у команды? Не знаю, да. Если бы попали хотя бы штуки три, наверное, намного полегче было. Наверное, ну случаются такие дни, когда просто не заходят. Надеюсь, что в следующей игре все зайдет. Следующий нужно. Окей, спасибо большое. Окей, все, Мария Бераколь. Okay, comments of game. Of course, when you win, after you can think about what's good, what's bad, but you are happy. This team, I think, they improve a little bit. And the most important last two games, more than play basketball, is that they show attitude and character. They show that in the hard moments, they can survive and they can play good. Когда выигрываешь, пока не хочется быстро как-то анализировать, хочется просто немножко порадоваться. Команда явно добавляет немножко, наша команда явно добавляет. Они показали, что помимо исключительно баскетбола, сегодня они показали, что у них есть характер, что в самые нужные моменты они могут его проявить и добиться нужной волевой победы. I think sometimes we play for the score, for the points, means you have 10 points and you feel that game is over and it's not over. And we start to do different things, and it's when the other team recover. This is something we need to improve. And I think right now maybe we cannot play this 40 minutes at this level, but step by step, I think day by day, we need to play this game, like first quarter, like overtime. We need this kind of game, but more minutes.
Ну, иногда игроки, опять же, как уже было у нас до этого, имея хороший перевес, плюс 10 очков, уже думали, что игра окончена, и начинали немножко успокаиваться. Вот это пока что является проблемой. Пока мы не можем играть все 40 минут на одном хорошем уровне, мы будем над этим работать, над этим постоянством будем работать, и это наша главная задача. And about basketball, when day you have no shots, like tonight, two of 18, you need to find other solutions that we find at the end, and also, of course, you need to play good defense, like for example, last quarter, only 12 points, or in overtime, that play good defense. Basically, we play more aggressive than other days. This is the way that Donis must play. Сегодня у команды не все хорошо было с бросками, там 2 из 18, если не ошибаюсь. Но они хорошо. Надо было находить какие-то моменты, в которых нужно было сделать переломный момент в игре. Это было в четвертой четверти. Команда начала играть активнее в защите. И в овертайме уже все стало получаться, и команда смогла добиться результата. And I'm happy because I'm thinking we recover some players. Fish, Doron need to play better, Darius. Okay, Dennis better than other day. Lipa play good. I think important is to recover players every day, to have more players in our team. And this is what we try. And I now we have another game on Sunday. We want to win because we want to have more or less good chance in all competitions. And we need to win at home against Astana because after this game will be many, many, many days outside of Donetsk. Ну, и самый главный позитивный момент, который я хочу отметить, это то, что наша команда начинает немножко выздоравливать. Игроки, которые находились в лазарете, у которых были какие-то определенные травмы, понемножку начинают возвращаться в строй. Это и Фишер, и Раденович, и Липовый немного начинают. Нам не хватало этих игроков, и я рад, что они понемножку возвращаются в строй. В воскресенье у нас очень важный поединок в рамках Единой Лиги ВТБ с казахским чемпионом Астаной. Нам нужно тоже выигрывать этот матч, чтобы иметь реальные шансы дальше продвигаться в этом турнире. И нам в любом случае нужна победа, потому что следующий месяц будет очень сложный для нас. У нас почти весь декабрь это выездные поединки, поэтому хотелось бы выиграть этот матч дома и потом с хорошим настроением переходить в этот длинный декабрь на выезде. Вопросы, пожалуйста. So, as for injured players, so we see that Glebov is not in the team for a long time. What's wrong with him? Glebov have a problem, like some virus. He lost many kilos, like in 20 days he lost like 8 kilos, and now he's in Germany. And I think there he can recover. We'll see how many days we need. First now is that he need to recover for his health, and after we'll think to recover Glebov like player. Now is. He need good health, and I think it's good to be in Germany to recover. And after we have time to recover, Gleb. Now is first find the solution, and after we think about how we can play with us. Глебова не спортивная там травма. Он сейчас находится в Германии на лечении. Вы видели его уже давно. На последних играх он похудел, он потерял 8 килограмм за последнюю неделю. Я надеюсь, что это лечение в Германии поможет. Он скоро вернется в команду. Сначала он должен восстановиться, восстановить свое здоровье, а потом мы будем уже готовить его возвращать в игру как игрока. Надеюсь, что все будет хорошо, и он в скором времени вернется в состав. Еще один вопрос. У Днепра очень сильно сыграл Корниенко, но именно в те моменты, когда не было на площадке Сангайлы. Почему вы так долго в середине игры Сангайлы держали на скамейке? So in Dnipro team, Kornienko played very good in this team, especially in those moments when Sangaila was out of the court. So why you were keeping Darius for so long time in the middle of the game? Because we have fouls, we need to protect him. We have four men to play, like Malish, Ita, Fish and him. And I need Darius to be last man of the game. Is the reason we protect because, of course, it's a long game. We can have fouls. I believe that other guys can play like Darius. And last moment is what I put. What I think the best man of the court was, for example, Darius and Fish at the end, or with Doron. And it's one reason, very simple, to protect Darius, to not be in trouble, not be in fouls, and be in the best position to play last minutes without fouls. Здесь все просто. Дариус, все вопрос в количестве фолов. Мы попытались сохранить Дариуса на последнюю минуту, потому что он является на данный момент действительно основным ключевым игроком команды. И очень важно, чтобы игрок такого уровня, который на одном уровне играет уже последние несколько поединков, оставался на паркете в последние самые ответственные минуты. У нас есть 4 игрока на этой позиции, которые играют. Это Фишер, Раденович, Сангайло и Андрей Малыш. Поэтому мы постарались с подобной ротацией сохранить Дариуса на последние минуты игры, когда он будет действительно нужен. And
And it's simple, with three new positions, like in first half, I need to rotate everybody. If I cannot rotate everybody, also Konate play so 3 minutes, because we need to rotate, because if not, Sunday we have another game, and we cannot play 35 minutes every game, Doron, Darius, Fischer, Mel, I don't know. We need to rotate for survive these three games a week. Все должны понимать, что ротация должна происходить, причем довольно активная, потому что мы имеем три поединка за пять дней, и в воскресенье нам понадобятся основные наши игроки. Именно поэтому в первой половине встречи ротация была большая. Сегодня 3 минуты отыграл Макс Адам Канате, тоже именно по этой причине, чтобы дать возможность отдохнуть некоторым игрокам, которые нам понадобятся в воскресном матче против Астаны. Спасибо.